блядь, язык не поворачивается сказать доброе утро. Всем привет большой. Всем, кто на связи. Сегодня именно тот один из тех дней, когда утро кажется самым жестоким вообще. Когда заснул в 4. Проснуться никак. Ладно, чё хныкать. Всем привет. Я еду на русское радио сейчас слушать. Да нет, все из рук просто валится. Еду на русское радио, слушайте. Прямой эфир. Либо да и надо. Я еду на русское радио. Я еду на русское радио. Всем привет. Погода супер, как всегда. Как всегда, в Москве дожди, ну а другой погоды тут не жди. Что ж такое хардкор? Ижевск, привет. Я толстый, да. Вот. Не надо вот так делать. Просто. Вот как раз. Толстый. Худой. Толстый. Худой. Белгород, привет, Америка, салют. Так что вот такие вот дела, дорогие мои друзья. Сегодня мы еще снимаем видео для интро, которое по традиции выйдет в преддверии альбома Баста 5. Альбом будет 20 апреля, Баста 5. Первая его часть, вторая 9 мая. Альбом будет разбит на две части. Вот. Так что вот такие вот дела, друзья мои. А завтра мы благополучно выезжаем во вторую часть нашего тура. Мы едем в Омск, потом Тюмень, ЕКБ, Челяба, Самара, Ижевск, Уфа. Так что всех ждем. Иркутск, привет. Только вот от вас приехали. Такие супер были концерты. Каждый город удивителен просто. Так что ладно, все, всех обнимаю. Слушайте русское радио, сейчас будем там в эфире разговаривать. Всех обнял.